По городу здесь тесновато. Хоть и воскресенье сегодня, все равно весь центр забит вообще. Меня перекрыли, блин. Итак, значит, приехал я на зеленку. Срочно нужно, ну не срочно, но точно нужно купить машину, потому что человек уже перегонщик едет. Бюджет у меня 650к. Ну и там плюс-минус. Вот, может, что подешевле вообще найду. Не знаю, любую машину, еще много моделей не пробовал. Вот, сегодня вместе с Романом. Всем вместе, привет. Которого вы уже видели. А мне, кстати, спайк побольше нравится. Потому что этот... Зачем вот эти куча сидений, вот это зачем, я даже не знаю. Че, кто-то возит по 6, по 7 человек, что ли? В основном вообще по одному все ездят, ну вдвоем там. И вот так смотришь, машины ездят, да? Fit 755 гибрид. Ну это комплектация, видно, хорошая, там кожа внутри, но 755, конечно, уже новый кузов можно за эти деньги попроще там комплектацию взять. Просто видишь, в вашем регионе как бы... Если на западе, Самара, Тольятти, Казань, там идут либо у кого денег нет, я так понял, Лады в ходу, у кого деньги есть, там BMW, Мерседесы какие-то, ну и грузовые, как у нас пробоксы, как же они называются, это Лада Ларгус, вот на таких гоняют. А у вас в Сибири, вот я говорю, когда в Новосибирске был, то что я видел пробоксы, филдеры, королы. У нас и правый, и левый руль, там вас... все. Вот такой Toyota Tank все мне советуют. 700 тысяч, 17 год, 12 месяц. Ну, что-то не знаю, мне кажется, это 700 дороговато. Свежая, да, 21 года, 200. Степ-вагон, наверное? Да, да, степ-вагон. Вот он, инваган простенький, 475. Простая комплектация на колпаках, на... О, кстати, на деревяшках здесь стоят машины. Так, кросс видел уже? Нет. Я что-то первый раз такую вижу. А, с этими, с расширителями? Да. О, прикольно смотрится. И насколько она? 1100 дороже, да, из-за этой пластмассы? Ну да, на 950, на 19 год. Свежая, ну, вообще так... свежая. Ну, у нее пробег 18 тысяч. Это, скорее всего, какой-то литр был. Ну да, с таким пробегом, наверное, невыгодно вести, да, конечно, на такую нормальную. Что тут у нас Daihatsu MUV? Цен нету. А, вот 435 Suzuki. Фары и решетки. Решетка светодиодная. Что, кнопок на руле нету. Климат-контроль есть. Литье, летняя резина. Идлинг стоп. Блин, как вот без цен, а? Такие вот кейкарчики. Вдруг он там 380 стоит, да? Непонятно. Только звонить. Знаешь, не пишут цену, потому что доллар скачет. А, и они меняют тоже, да? Они же сразу его отыгрывают. Филдеры, интересно, от скольки вот такие начинают? Самые-самые простые какие-нибудь. Передний привод. А, это полный привод. А вот сразу вот для уважаемых сибиряков колесики лежат красивые. Вот эти 15-е колеса с четырьмя дырками, да, они такие дорогие. Вот знаешь, на Субаря 17-ки взять, ну, 5 дыры, столько же стоит, сколько вот 15-ки вот эти 4-х. Я на филдеры просто присматривал, вообще нереально найти недорого диски и хорошие, чтобы были. Да, да, 4 на 100. О. Жук. Ну это мы смотрели же, помнишь их? Вон на трай, давай посмотрим. 470, 10-й год, полный привод, электродверь, ксенон. Неплохо, да, на литьишке. Правда, резина летняя. Nbox 520, 15-й год. С электродверью. А, да, вот кейкары смотрю. Недорогие. С климатом. С кнопками. Резина у всех лето? Ну, как видите. Ну, я имею в виду, зимы нету, да? Зима есть, он продает. Скидка делается. Да, вид офигенный вообще. Это улица Снеговая, да? Да. Вот, пожалуйста.
филдер 930 полный привод, 16-й год. Туманочки сюда поставили. Беленький. А, ну это на литье, да, и на зимней резине уже, конечно. Также на крутилках. И все, и поехали. Лабаш, не родной Бенсон. Это вот 12-й год, 770 филя. Полный привод тоже на колпачках, на летней резине жирный. Так, что тут? 16-й год, цены нету. Они же не особо любят такие видеокамеры. Ну и меня, наверное, знают уже. Знают, что вряд ли куплю. И это такие, как бы, не очень довольны многие. Да тут кроме тебя хватает блогеров. Ну, не, ну тут они же по-другому. Я-то покупаю, те блогеры, они... Но все они... блогеры, которые здесь есть, они в основном чем занимаются? Рекламируют. Да. Либо себя, мол, покупайте у меня, я вожу на заказ машины. Либо рекламируют какие-то стоянки, там, площадки. Да, да. Вот, а я-то просто такой, как бы, непонятный объект вообще, зачем и что и как. Что мне надо, не ясно никому. Пойдем пробежим. И мне ждать неохота, мне охота. Хоп-хоп, купил, нашел, купил, уехал. Я скажу, что тут тоже есть неплохие варианты, не всегда все так печально. Ну, я понимаю, да, конечно. Да, ну, даже вот мои продавцы, когда у них оптовики не разбирают, они сюда же все же на зеленку выставляют. Ну вот ВИЦ 710 стоит, литровый, 17-й год, оценка 4 балла. На колпачках, на летней резине, беленький. Беленький на крутилках. Окей. Ну-ка, а этот, а енот рядом дороже, интересно? А, ну это 855 уже, да. Он тоже не понравился. Серая же. Все это. Все. А, ну это 10-11 год, я думаю, здесь дорого. $650 17-го года. Но 650 это дороговато, это самый пустой, наверное, еще и на крутилках. Да, на крутилках. Вот 730 солью. Такой интересный цвет, зелененький. Вот Фрик 10-й год, 685. Есть статистики, 3 балла, электродверь. На штампарях с летней резиной. С климатом. Серый салончик. А их как отслеживают вот эти еноты E-Power? Как они, у них лошадей ну, разное количество с обычным. А то их смотришь, как каждый тоже не будешь открывать, искать там, где там Power, где не Power. Они же всегда подписаны, там на двери такая. Это, не, я имею в виду вот в объявлениях ищешь, допустим, как отсортировать как-то можно? Да. Тебе надо этот поставить. Гибрид. А, гибриды их, да, называют? Стоит у него, да? Офигеть, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Fit Shuttle, 7 штук. Кто-то шарлами занимается. Вот это да. Но они, вот как мы смотрели Фрида, этого Спайка, да? Uh-huh. Он говорит, было 8 штук таких, вот один остался, да, или два. Но шаттлы как, они в 650 не это, не заезжают? 700. 700, 760, да, тут они дороже получается. Inside 675, вот Fit 659, 11-й год, 4 балла. Лето, штамповка, на крутилке, что ли. Такие фиты в таком кузове, они прикольные, гибридные, они порезвее, а обычно он такой ватный, он едет, но... Немного не то. Вот он такой же, только в серебре. И у него даже решетка стоит, как у гибрида. У этого? Да. Обычно с такой решеткой, это идут гибридные фиты. Ага.
тут обычно. Ну это тоже на климате. Это гибрид. Это гибрид, да? Да. Только у него на боках почему-то, что-то я не увидел. Обычно на климате. Шильдиков нету, да? Да, ну может много сделано. Может и как-то. 650. Бампер, видишь, ну как бы, не всегда, но обычно с завода они в цвет идут. Ну они с тем, получается, тот 659, а почему они одинаково стоят? Да они одинаково стоят, что гибрид, что какой. Да? Да. Этот поинтереснее на литье. Вот этот интереснее, он даже в динамике интереснее. 600. У меня и тот был. Вот на этом повеселее ехать. Ну и поэкономичнее. У нас же город на сопках. Угу. Когда гололед, вот этот снег, шуга. У него, ну, ВД нету, но колеса интересно работают. И, знаешь, как ступенчато. Правая, левая, правая, да? Левая. И то есть нет пробуксовки, да? Нет, я заезжал как бы, ну. Ну, если так, ты понимаешь, куда ты едешь, угу. Что там нет каких-то этих заснеженных склонов там, то можно заехать. Давно стоит такой весь пыльненький, колесо спустило. Да, Фрид. Ну, наверное, по цене поставили, 12-й год. Цены вообще нет. На них, кстати, мне говорили, нужно проверять, какой-то подшипник у них гудит. На фитах и на фридах. Не знаю, первый раз слышу. А передние крылья должны быть, да? Да, да, да. Да. А что-то смотри, его этого нет, может ты ошибся? Смотри, ни у какого нету. Нет, этот обычный. Не, вот у этого серебристого. Может не должно быть? А у них шильдиков не должно быть здесь, мы что-то это... Нет. Или где как? Нет? Вон тоже гибрид стоит. А. Не, у меня просто был, но вот тут уже были. Не, у них идет решетка стеклянная. Вот, вот, пожалуйста, Филдер, 1117 год, механика, комплектация аэро. Такой вот бампер у него модный. И колеса модные. Такие, ну да, такие тоже, да. В них, говорят, спать хорошо. Ну, возить что-то, работать. Ага. Грузоподъемы, 600 килограмм. Что, здесь это, дорогие в этом ряду, пойдем в том посмотрим. Дорого, да. Филдер G, Corolla, Нанкай. Так, а мы там, не помнишь, там пройдем мы? Или надо? Ну, вот так вот пройдем. Здесь вот сложно это. У нас в Новосибирске вообще по-другому рынок сделан. Он прямой, прямоугольной формы. И ты не пройдешь. Ты знаешь, что ходишь туда-сюда по рядам. А тут легко пройти. Вот, допустим, неохота наверх карабкаться туда, да? Хоп, и все. Какой-то вариант прошел. Может не стоять что-то там, чтобы ты купил. Вот, пожалуйста, белый стоит, как у меня. Nissan только. 470 тысяч. 2009 год, а у меня 8-й. Магнитофончики. Это Wagoneer, 11-й год. Старт-стоп, климат, камера, фара, линза. На штамповках. Летняя резина. Кстати, стоянка поредела вот эта. В прошлый раз тут больше было машин. Ага. Вот 390 Suzuki, простенький. 12-й год. Это тоже Wagoneer, но какой-то другой. Другая морда, видишь, у него. Но здесь на литьешке он идет. Типа, может, кастом, не кастом, потому что здесь вон вообще и крутилки, и магнитофон однодиновый. Ох, нифига себе, смотри. Ну, такую надо обзор 100% сделать. Против солнца, правда. Вот так. Это вообще злодей. Офигенный. Гибрид, все в карбоне. Руль в карбоне. Все блестящее, все кожаное. Сиденье мощное. Он и так-то эта машина, и так-то модная, да, такая? А тут вообще она и заряженная полностью. Гибрид.
колеса вон какие, туда можно руку по локоть просунуть в этот, в протектор. Конечно, это огонь вообще. А цена, интересно, есть? Так, здесь зазорчик, правда, большеват. На мой скромный взгляд, и там чуть-чуть герметик что-то. А цены нету, да? ТРД. Надо вот, наверное, на превьюшку прям, на картинку. Как водится, интересно это, смотреть свои модели. 428 год. Ну тоже неплохой. Ну хорошо, наверное, 2 ВД. Такие машины все-таки надо брать. Это задний привод. Все, все, тогда, тогда я уж подумал. Я своего, знаешь, за сколько взял? За 390. Он у меня выдовый. А какого года? Такого же, 8-го. Ну, какого это? Ну, конечно, он это. Он тугой вообще. Я думал, турбинка у него. Он такой же будет, как выдовый этот N-Box. Но он намного туже прям. Он туже еще потому, что двигатель все-таки не такой, как хотелось бы. И колеса большие. А вот красавцы, бандиты. Вот, блин, на Солио сделали морду другую. Она прям шире намного кажется, чем у обычной. Но цен, к сожалению, здесь нету, конечно. О, этот бандит на штамповках, этот на литье. Да, цен нету. Премка 1140 стоит. Филдер 1060, 18 год, полный привод. Это уже такое с треугольными этими. 675, 132 тысячи пробег, 9 год. Блин, ну дороговато, ближе к 600 хотелось бы вот такой. Не знаю, мне что-то нравится такой. Но Фрид, по-твоему, да, намного, да, другой уровень? Это другой уровень. Это вот этот микроавтобус, такой маленький. А это легковушка. 450. 840. 17-й год, 840. Неплохо, неплохо, да? Угу. Хоть это или седаны дешевле идут? Ну, седаны дешевле. Вот кастомная, прикольная стоит зажигалочка. Это? Не, он. А. Сузука. Сузучка. Это Спасия, да, они называются? Но цены, цены нету. Но так красиво выглядит. Вот, так она еще и с круизом, кожаный руль, климат. Все вообще круто. Даже надпись в таком, в японском стиле, как эти самураи. Ага, кастом. Резина хорошая. Колеса тоже красивые. Ну, вообще все круто. Ну, и цвет такой угольно-черный. Вот заметь, рядом стоит двух. И вот это. Вот они вроде обе черные, но это более угольный такой цвет. Ага. Есть такой момент, согласен. Но цены, к сожалению, там нету. А вот кейкар, как бы это в самой бедной комплектации. То есть здесь ни передних колес нету, крыши нету. То есть только вот самый минимум для передвижения. Велорикша. Да, велосипед можно подсоединить. К велосипеду цепляем и едем. Вот это Атрай с этими, с инвалидными штуками. Знаешь, что такая выезжает? Это такой пандус. Есть такой, кстати, N-Box Plus, там тоже есть этот пандус, типа, знаешь, мотороллер какой-то закатить, он так позиционируется. О, здесь дофига, смотри, кейкаров, просто куча. Просто куча. Ну-ка, ну вот Атрай, сколько этот? 16-й год, 510. У них стоит автомат, а не вариатор. Ну, автомат-то получше. Ну, он ест намного больше. Ну да, здесь сразу вон идет такая это... По-другому сделано, здесь вот так вот раскладывается. Но здесь он позиционируется как инвалидный. А вот N-Box Plus он как туристический позиционируется. Туристический и... Ну для чего? Можно и для инвалидной коляски, а можно и для мопеда. Вот 475, простенький, 17-го года.
это 405. О, кстати, недорого это, смотри. 405. Это что, отмывается? Или что это? Или это такие? Это какая-то грязь. Чем-то облили. Ну, что-то непонятно, она стирается или нет. Ну, правда, на крутилочках. Но 405 по нынешним ценам. Здесь вот что-то подаровали, что-то кривенько. Танта. Видишь, вот пластиковые заглушки тут. А, ну тут что-то, да, тоже делали. Короче, тут такая веселая. А вот это, смотри, 64 лошади, как тебе? Красная. Фондочка. Красно-черная такая, да. Ну а что, какой-то девушке купить, молодой? С хромом, да, такая прям. О, так она еще и с круизом. Типа, она типа как заряженная. Ну, конечно, не N-Wagon, да? Потому что вот здесь уже попроще идет дизайн. Но N1 Premium. Ну, слушай, смотрится неплохо. И опять же, по нынешним ценам 400, сколько, 65, да, она? Угу. Это вообще нормально. Ну, тут, правда, мне кажется, она тоже какая-то деланная. Скорее всего. Тут такая стоянка веселая. Да вон даже видно по этому, ну не знаю, может по бамперу. Видишь, бампер он как ага. Грязниц, а это матовая. Блин. Ну так прикольно, N1. Надо же помнить его, 465. Ну, как, какой-то бешеный табурет. Это Nissan Days, да, 16-й год, тоже турбовый. 545 стоит. На хорошем литье. Но на резине не очень. Здесь что? Ну здесь идет климат-контроль, руль без кнопок. Такой средненький. А сразу сюда обратим внимание. Это Nissan у нас Days Rux, который вот у меня был. Но здесь светлый салон. Руль без кнопок. Опять же, фары какие-то такие подмутненные. 487, 15-й год. Ну, по нынешним ценам, но здесь даже без туманок. А, и у меня, да, у меня фары линзовые были, туманки, побогаче было. Но я за 415 брал, это вообще просто подарок. Это 540, 17-й год. 17-й год, интересный цвет, литье. На кнопочке. Но салон светлый. А вот это инбокс. Короче, нифига тут кейкаров, да, сразу? Инбокс без цены, да? Но вот номер кузова только можем посмотреть. На литье фондовском. О, так он с круизом идет. Это с кожаным рулем, с круизом. Ну, заряженный такой. Да, вот посмотри. Так. У него даже он на зеркале. Не, а это у всех, а, так. У всех? Это у всех. Это вот здесь стоит зеркало и здесь. И здесь одно зеркало сюда вниз смотрит, другое вперед. Угу. Вот, но что-то тоже внутри фар, что это такое? Почему он там так, как-то как будто тряпкой мыли внутри фар, да? Это не придирки, это так. Попутешествуешь на машине, захочешь ее продать, и вот с такими фарами, как ее, что с ними? Не, конечно, ничего не утверждаю, но... А ты, кстати, про пароход, который этот... Солнечный Рио читал же? Ага. Которого Владивосток пришел там с машинами на борту. Там куски льда грузили. Ну да. Ну, то есть вот откуда. Вот он, Филя, что-то стоит. Как-то скромно тоже. Ничего нету, ни цены, ничего. Здесь он и спайк есть. И вон спайк, и вицы. Самая стоянка с лучшими ценами. Honda Inbox 625. Это Honda Inbox 500. О, смотри, та 625, это 530. Сразу какая разница, да? Ну здесь она с климатом. 530, ну это 17-й год, да? Не знаю, я бы взял лучше год 12-й, но кастомный. Это 16-й год, гибрид, смотри, они что, гибриды бывают? Наверное. Мазда.
Тут тоже шильдик должен быть гибрид, да? Мазуты. Смотри. Климат-контроль есть. Скажите молодому человеку, что эти инбоксы разные. А, смотри, Митсубиси какая. Вот такое веселье на зеленке происходит, вот в прямом эфире. Можете посмотреть. Офигеть. Человек раньше ездил на Марк 2, наверное, тут пересадили на... На кейкар? Кейкар. А тут дальше от зеленки, смотрите, автовозы стоят, грузятся машины. Сколько машин на этом автовозе, просто жесть. Сколько тонн. Вон еще грузится. Тут начались уже разборки. Первый раз я до сюда дошел. Вон куча пиленного, всего разрезанного. Потихоньку вот машинки складывают. Отсюда вон уже видно Японское море, новостройки вот эти. Сейчас иду посмотреть Солио, самую дешевую, 11 года, за 587 без пробега, с климат-контролем. Ну такая, не заряженная, но климат есть. На авторазборке продают. Вот видно BMW X5 был замечательнейший. И тут вот пошли просто склады, ряды авторазборок. Ангары за ангарами. Вот тут даже и корабли есть. И корабли, и машины. Чего тут только нету. Ё-мо. И справа, и с левой стороны. Куда ни глянь. Машины без номеров стоят. Готовые к разборке. Тут реально это как авторынок своеобразный тоже. Но машинки немного... другого плана здесь и для других целей. Вот он, Солик, на летней резине, на литье. Такой вот салончик неплохой. То ли яма, то ли канава. Мы в Японии. А здесь вот на стоянке сразу обклейка идет машин. В дорогу люди готовятся. Ну вот, ребята, посмотрели, значит, на авторынке зеленый угол варианты. Конкретно такого, что вот прям беру, такого ничего я не нашел. Сейчас буду искать по объявлениям еще, может, каких-то машин нету там на рынке. Ну и завтра, уже на завтра планирую поездку в Уссурийск.